Всем привет! Сегодня у нас уже Новый год наступил. Новый год, туда-сюда. Ну, петь нельзя, а то YouTube заблокирует. Остается только подкрепиться. Сегодня пришел сюда, это самое, порешать вопрос. Ну, с теми, кому не нравится, что ем и говорю. Не знаю, куда поставить. Буду держать в руках. Короче, тут такая ситуация. Ситуация не из приятных, можно сказать, даже сложная ситуация. Ситуация крайне такая, можно сказать, щекотливая. Хотелось бы исправить мотоцикл, ну, мотор, вот этот, так сказать, не разбирая его. Хотел с вами посоветоваться. Вот я думаю, многим помогает установка БСЗ. И все. Сразу начинает этот мотоцикл. В общем, да, и в частности двигатель работать лучше, тянуть лучше, кушать меньше. Ну, что там это? Ну, в общем, вы в комментариях мне еще напишите. Как бы помимо уменьшения аппетита и прибавки мощности, что еще вот это вот как бы чем помогает. На этих, когда коленвал болтается, уже и заводится хорошо. Я хотел спросить у вас, может быть, вы мне подскажете, вот с таким коленвалом, вот тут, здесь у меня тут получилась ситуация, может быть, поможет, буду благодарен. Потом что там, аккумуляторы у меня уже все плохие стали, ну, старые у меня, они уже все плохие, поэтому тоже думаю, что это единственный для меня выход. Это, знаете, вот этот exit, выход наклеена, когда горит где-то у кого-то, где-то, в смысле, подгорает, понятно, куда бежать. Вот. Ну, тут еще у меня такая ситуация вышла, что немножко неровно вот здесь вот. У меня есть этот развертка, я думаю, что получится развернуть или перевтулить. Вот хотел посоветоваться, что мне делать тут с этим. То ли развернуть просто, то ли перевтуливать. Палец я попробовал, не лезет. Сейчас мы с вами это вот здесь откроем. Посмотрим, есть ли возможность прям сразу по-быренькому установить, взять, отмотать синюю изоленту и прям сразу сюда внедрить. Если получится, сразу ставим. Я думаю, все получится и должно сразу заработать. Вот. А так, если не получится, будем думать. Дело в том, что очень сильно хочется. А мне когда хочется, то уже там аж не может. Ну, вы по себе знаете. Если хочется, это хуже, чем когда не хочется. Потому что делать будет сразу нечего. Вот. Хороший такой винчик, болтик. Кстати, хотел у вас спросить, как он правильно называется. Винт, болт, шуруп там, или это вообще гайка? Не разбираюсь в этих вот. Это ж как метизы называются. Метиз. Не путайте с метисом. Метиз — это когда
что-то от двух среднее. О, ну тут тоже неплохо все, в принципе. Я как и думал. А здесь у нас же, ну как вы понимаете, какое-то там вольтовое зажигание непростое. Это тот зажигание, который вот всегда нужно поменять на другой, потому что свет плохой туда-сюда там. Вот. Угу. Сейчас попробую открутить и установить. Так, чтобы открутить, пишите комментарии, насколько мне ключ сразу надо взять из этого волшебного набора, который у меня на стене, чтобы я сразу взял, ну как бы не промахнулся, например, вот, с размаху прям сразу раз и, например, взял бы и не тот, да? Или чтобы сразу взять с размаху сразу и сразу тот ключик. Пишите, насколько ключ надо брать, чтобы я знал, насколько его брать. Угу. Так, видите, коленвал не заклинивший, почти что шевелится, работает все как положено. Сейчас буду откручивать. Тут сил не хватает. Подкреплюсь немножко. Угу. О, чувствую прям. Нормально. Попла. Открутил. По-быстренькому. Смотри, как пошло сразу. Ну вообще, да не пальцем. Представляешь, ну это самое. Это я не вам, кошки. Если бы я был кошкой, вот я наверняка бы не смог открутить вот это вот ни разу. Ну, у меня есть резьба, пишите насколько. На М7, наверное. Вы пишите комментарии. Так. Сейчас я вам покажу, как закреплено вот сие чудодейственная вещь. Вот. На кусок изоленты. Изолента закреплена на палец. Вот. Не сильно. Продеваем недаром. Здесь есть дырка. В дырку ставим палку железную с резьбой и будем сейчас крепить. Крепится он в одном положении, в другом не получится, контакты будут мешать, препятствовать, потому что как бы два в одном. Я понимаю, что сейчас идет осквернение этого мотора, осквернение просто. Вот. Сейчас посмотрим, подходит ли. Ой, как болтает. А как же вы выставляете? Глядите, как болтается туда-сюда. Значит, коленвал болтается, это значит проблема. А вот это, сейчас я вам покажу поближе. А вот это вот, когда вы прикручиваете, летите вверх-вниз, просто в бока. Это не проблема для... Я не могу, я не знал, ребят, что у вас тоже есть проблемы с этим вот с животным, с этим насекомым, млекопитающим этим, вот этим. Это вообще, а как вы это? А второй цилиндр как я выставлю? Ну-ка, так, чик. А, она же еще никак не фиксируется, просто как прикрутил, так и будет, да? Ух, чуть пальца не отрубил. А она еще травмоопасная, кстати, может... Секир палец сделать. Секир. Как она секир? Нет, то секир башка была. А это секир. Вот так. Ну, что? Еще посмотрю. Получилось. Так, это на месте. Так, нормально. Блин, ну тут сразу лучше стало. Смотрите. Коленвал работает. Сейчас разверточкой. Тут молоточком обстучать. Выровнять поршень, вонзим другой какой-то, этот можно приклеить, тут у него оторвалось вот тут вот кусок, приклеить на моменту, я покупал недавно, показывал вам, и все. О, проблема решена.
туда-сюда поедет. О, ребят, это вот все, как сказать, благодаря этим людям, которые знают толку вот во всем этом. Потому что если не принимать во внимание наработанный опыт вот с этими деталями, то останешься в прошлом веке. Хуже того, если б не сегодня, я б остался в 20-м году. А 20-й год, как мы все знаем, был очень плохой. Хотя цифра 21 тоже как-то звучит неперспективно. Ну ладно. Вроде отрегулировал. Тут ВМТ почти. Тут не дошел. Вот так вот. Это я. Честно, какой я сейчас цилиндр делаю? Мне просто интересно. Тот или этот. Я думаю, что тут без разницы. Оно же одинаковое с двух сторон. Поэтому тут какой не делай, все равно будет сделано. Ну это, как бы, я вам скажу, что, или ты скажешь. А, ну правильно. Тут остается только вот то, что сказала Нюша. И других слов не надо. Вот. Ну, все, всем здоровья, всех с наступившим, всем этих, как бы, чудодейственных средств, которые вам будут помогать в дальнейшей жизни вашей, трудной, повседневной. Да. Однако, а сколько, интересно, будет работать? Наверное, я пластиковую закажу где-нибудь или подарят мне на день рождения. Кстати, день рождения у меня сегодня нету, оно было вчера и будет завтра, кстати. Всем пока.